OMTV.ua про головне. Ну, по большому счету, продолжаем находиться в режиме 24 февраля. То есть понятно, что нам надо будет возвращаться, и нам надо все эти перегруппировки заканчивать с правильным результатом. Убивать-то будут украинцев на украинской земле, гибнут будут россияне. Мне просто очень хочется, чтобы мы уже вот вернулись к сказанному верховным главнокомандующим, что мы еще не начинали даже. Но мне кажется, что уже пора начинать. И важно уже, чтобы мы показали. Ну, потому что когда на 2000 километров 200 тысяч человек, давайте уже вот серьезно. Вот давайте справляться с военными задачами так же успешно, как с экономическими. Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Хузейфа Гасмалла, телеканал Аль-Арабия. Господин президент, до войны у вас была стратегия насчет Крыма. Это было ясно, то, что вернуть Крым политическим путем. После войны изменилась ли ваша политика насчет возвращения Крыма и украинская делегация на первые переговоры, которые были, они отделили ищу Крыма от многомасштабной войны. Если будет в будущем еще раз приговоры, вы опять будете обсуждать отдельно ищу Крыма от многомасштабной войны? Спасибо. Вы очень сложно задали вопрос. Во-первых, после войны не наступило. Это надо нам всем понимать. Сейчас у нас война. Во-вторых, все так происходит, что пока о переговорах и речи быть не может. Третье, нарративы, которые Россия пускает, и вы живой свидетель того, что Украина не хочет мира, звучит, мягко говоря, смешно. Я хочу вас вернуть на землю, и это уже не образно, я говорю, а прямо на нашу землю. Война исключительно на территории Украины. К нам пришли и убивают исключительно граждан Украины. И граждане Украины, исключительно защищаясь, не знаю, как по-русски, выборивают. Выборивают. Окей, выборивают. Такое странное слово. Свое життя. Россия ежедневными атаками, прорывами, наступлениями или потом отступлениями, сопровождая все это кровавыми убийствами и насилием, говорит всем нам и вам, что они никакие переговоры не видят, кроме таких. А мы объясняем, что все, что они сделали, свидетельствует о том, что они вообще ни о каком диалоге вообще не думают и никогда не думали. Они приняли решение оккупировать нашу страну. Но так как в 2014 году они приняли это решение, и хорошенько им по роже мир не дал, но не дал, они пошли дальше, и дальше, и дальше. А мы им по роже даем. Что случилось? Почему все это происходит? Мы не требуем, чтобы Зеленский сдавался. Мы требуем дать приказ прекратить сопротивление. Или вы что думаете, мы сейчас остановимся? Они тоже говорят, ну ладно, все нормально, будет мир. Не будет его, пока наши войска не будут на границе с Польшей. Я вообще террорист. Я вообще сказал, значит, 3 дня всем выйти мирным из Харькова, из Николаева, из Одессы. 3 дня. Если это не будет сделано, сносим квартал за кварталом. 3 дня. Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным. Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, с тюками, на повозках и на запад. И то же самое сделать с другими городами. Наша цель – прекратить эту войну. И мы не начинали ее в 2022. Это попытка ее прекратить. Понимали, что в горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина. Из сегодняшнего дня донора и событий на Украине мы не можем не предложить стать украинским военнопленным, который сейчас находится в плену Российской Федерации в обязательном порядке, ну конечно, если это позволяет им здоровье, стать донорами крови для
наших вооруженных сил. Ну и что касается вашего вопроса о том, планируем ли мы нападать на другие страны. На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. Вот это поворот! Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов, мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами, дикими птицами. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы. В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения. Остановитесь! Никто из тех, кто планировал войну в мировой истории, никто никогда не знал, насколько, сколько она продлится и чем закончится, главное. Вот. Вы знаете, известное, мы, кажется, в школе еще учили про Креза, который гадал перед началом войны, и ему сказали, если вступишь в войну, разрушишь большое, великое царство. Но он просто не подумал, что это будет его собственное царство. Поэтому не надо возвращаться все время к этим обидчивым воспоминаниям. А мы думали, а мы надеялись. Вот это постоянно из Кремля мы слышим эту чушь, эту пургу. Когда Россия ожидала, что ее возьмут в братскую семью цивилизованных народов, ничего подобного не произошло. Что нас обижали, мы надеялись. Да, мы думали, что в том же Харькове нас будут встречать с цветами. Шароварники, песни петь и так далее. А нас встретили пулями. Просчитались. Занятие каких-то городов в Украине нам не поможет. Ну, представьте, заняли прекрасно. Заняли Харьков, заняли Киев. Что дальше? Вы что, облегчили давление на Россию? Нет. Опасность повышается. Давление повышается. Риск большой войны с Россией повышается, значит, это не является путем к выходу. Вот с экономическими мы действительно справляемся гораздо успешнее, чем даже ожидалось и прогнозировалось. Выживать. Речь идет о выживании Российской Федерации. Вот что меня волнует. Мне, конечно, жалко Украину, жалко мою историческую родину. И стыдно за то, что происходит. Но кончайте все это повторять мантру «стыдно-стыдно». Языка не хватит, еще предстоит много стыдиться. Сейчас нужна какая-то консолидация вокруг идеи выживания российской нации. Мы можем не выжить. Это надо очень ясно понимать. Так и хочется спросить, зачем? Зачем все это? Ради чего? Прекратить, утверждает Макрон, бояться Владимира Путина. Более того, храбрый Эммануэль сообщил Евросоюзу, что война уже вернулась в Европу, как прежде. Сегодня Минобороны Франции внезапно решили выделить 250 миллиардов евро на ревизию и срочный ремонт ядерных арсеналов подземного и морского базирования. А это подводные лодки и шахтные комплексы с ядерным оружием.